Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами, как всегда, Липи Плей. И опять давно не было роликов. Я знаю. Но сегодня мы будем снимать Bed Wars. Я вроде ни разу не снимал, но точно не помню. Разве что на канале Золотроид. Золотроид, кто не знает, это мой очень старый аккаунт, где мы снимали с моим старшим братом. Да-да. Сегодня я буду играть, короче, в Bed Wars. Ну, так что, приступим к катке. Мы уже начали игру. И вот сейчас уже... Как? Что? Где мой сценарий? Где мой сценарий? Блин. Ладно, сценарий мне не надо. Мне надо только знать, что я должен говорить. Мы, короче, заспавнились уже, фармим золото. Кстати, очень жалко то, что железо убрали. Но, с другой стороны, это классно. Так, закупим блоков. Самое главное, это яблоко, по моему мнению, потому что яблоко тебе может пригодиться в любой момент. Это точно. Так, берем фаербол. Ой-ой, тут гости у нас. Ой-ой, чего один я только дерусь? Все остальные просто на кайфе начили. У нас вообще чувак афкаш. Но мы затащим. Кстати, я теперь не понимаю смысл ножниц, потому что они почти никому теперь не нужны, мне кажется. Потому что у нас есть топор, там, кирка. Эпик фейл. А, не. Вот это эпик фейл. Фейл. Это что было? Точно не понял, но что-то хотя бы я должен был понять. Ждем. Может мне добить этот меч уже несчастный? Так, ладно. Перейдем к игре. Так. Купим броню. Я не знаю, что тебе надо, но на дерево. Ладно. Так, продолжаем. Сейчас закупим лук. Что ты меня тысишь? А, блин. Короче, не трогай меня, чувак. Опа, кто это у нас там? А? Сейчас сажу из-за лука в него пульну. Оп. Я очень люблю стрелять из-за лука. Это, наверное, мое самое любимое оружие в Bed Wars. Я его убил. ТП. В смысле? То есть чувак с рамкой, как у меня, с фоткой, как у меня, убил, то есть он в красной команде, но я только что заходил и проверял, никого здесь нет. Разработчики, вопросики у меня для вас. Ладно. Так, 40 железа. Ой, блин. Железо. Очень хочется, чтобы вернули железо, но с другой стороны, это и хорошо. Потому что теперь не надо 10 секунд стоять, чтобы одно золото получить. Так. Оп, 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 оп. Я думаю,
надо сейчас нападать хоть на кого-то. Синие. Синие можем просто на ихнюю базу пойти. А так я не знаю. Опа. Меткий выстрел. Тун-тун-тун-тун. Ха-ха-ха. Ха-ха. Минус красный. Вот это я читер. Я не знаю, если честно, как вам, как вы видите мою игру со стороны. Возможно, я что-то вообще неправильно делаю, но я думаю, то, что все норм. Так. О, два красных и один желтый. Йоу. Только не говорите то, что я сейчас останусь только с этим чуваком. А, блин. Ок. Я даже согласен. Потому что мне надо. Так, кушаем Apple. Ой, какие лаги. Ага. Что-то я такой молчаливый. Я даже не знаю, как это сказать. Блин. Так, сейчас закупим. Так, мощный выстрел. Лучник. Короче, вы поняли то, что я уже помешан полностью на луке. Здоровье. О! Я забыла эту фишку. О, капец. Это такая штука очень классная. У меня что? Я что-то хриплый такой. Непонятный голос у меня. Сейчас поставим этого, он нам будет денежки зарабатывать. Ну и ладно. Так, что мне прикупить? О, вот эта штучка мне надо, наверное. Я вообще не знаю, зачем эту штуку добавили. Наверное, чтобы ты сразу же мог и сражаться, и покупать. Типа вот так. И сразу же покупать. Блин, что я сюда? Опять... Теперь. О. Кот убил последнего красного чела. Так. Этот раунд мы вынесли. Так, я убил 5 врагов. Но я точно не знаю. Я ни разу не умер. И я ни разу не сломал кровать. О, тут два чела с одинаковыми рамками, с одинаковыми фотками. Все хорошо. Так, наверное, следующий раунд. Играем. Главное, чтобы у меня сейчас памяти не хватит. Все. Я даже не знаю, сможем ли мы этот раунд закончить. Но, наверное, будем уже заканчивать. Мне с вами очень... Классно было пообщаться. Ну что ж, всем пока.
Пока-пока. С вами был, как всегда, Липи Плей.